Католические епископы США назвали чудовищным решение Сената, отклонившего два законопроекта – защита рождающегося ребенка от боли и защита выживших после аборта, сообщает портал Victory со ссылкой на Vatican News. Первый законопроект предусматривал запрет на прерывание беременности сроком от 20 недель, объясняя это болью, испытываемой ребенком во время аборта. Второй законопроект имел целью распространить правовую защиту на новорожденных, выживших после неудачного прерывания беременности. По словам архиепископа Джозефа Наумана, возглавляющего комиссию защиты жизни при епископской конференции США, большинство американцев поддерживают предложенные реформы. Было бы чудовищно, подчеркнул прелат, если бы даже один сенатор проголосовал за жестокое расчленение почти сформировавшихся новорожденных и против защиты детей, выживших после аборта.